Мой сын работает клоуном в борделе, изображая Гитлера. Папа, это был не Гитлер, а Чаплин. А я актер-мим и работаю в театре. Мне надоело прятаться или убегать. Я хочу приносить пользу. Есть одна группа, которая ведет партизанскую войну. Бежим, бежим! Залезай! Добро пожаловать в сопротивление. После вторжения немецких войск французские... Этим детям пришлось нелегко. Они евреи, сироты. Их родителей убили нацисты. Каждый месяц мы будем привозить вам от 50 до 100 детей. Страна, оккупированная нацистами, не самое безопасное для них место. Так научи их выживать. Фокус в том, что даже если они на вас посмотрят, они вас не увидят. Мы ведем войну, которую не можем выиграть, но в наших силах переправить этих сирот в безопасное место. Самое надежное – заснеженные горы. Вы хотите вывести еврейских детей на глазах у нацистов? Гестапо, ваши паспорта. Тебя поймают на подделке документов. Это слишком опасно. Я же счастливчик. Только живи. Нам еще столько надо сделать. Ты будешь жить вечно. Ты же Марсель Марсо. Сопротивление.